Диана Кабирова переходит в 8 класс. Девочка решила поступить в медицинский. По ее словам, с направлением определилась давно, но насчет профессии еще решает. Думаю, что я буду развиваться в медицинской сфере, но пока я точно не могу сказать, каким именно врачом. Она как бы с первого класса хотела стать медиком. И вот есть возможность как бы ее реализовать, эту мечту. Как бы у нас в семье нет медиков. В медколледже прошла презентация проекта для восьмиклассников и их родителей. Так, на базе школы номер 48 будет создан медицинский класс с манипуляционным оборудованием, манекенами, которые используют в рамках внеаудиторной нагрузки. Программа обучения для ребят уже составлена. Будут углубленно изучаться уже сейчас химия и биология. Кроме этого, помимо основного образовательного процесса, дети будут обучаться кружковой деятельностью, где углубленно будут изучать анатомию, латынь. Кроме этого, ребята будут получать медицинские знания или информацию о медицине в рамках изучения и таких предметов, как, например, информатика, английский язык, математика. То есть межпредметные связи в этих предметах будет достаточно очень серьезно определена. Чтобы поступить в медицинский класс, ребятам предстояло пройти тестирование, которое разделено на два потока. Пока желание изъявили 27 ребят, но заявления до сих пор принимают. Окончательные результаты станут известны после 25 августа. Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов, Новости Челны ТВ.